Всем по наказанию хозяйства Устиновых. Подписывайся на наш канал, ставь лайк, а мы продолжаем. Насчет выпаривания куриц. Мама садила для выпаривания две курицы. Одна большая и вот эта вот курочка, такая маленькая, ну старенькая уже, наверное, такая. Ей 6 лет у нас. Та вывела 9 цыплят из 10. Мне прям такая она крупная. Такие цыплятки пушистики такие. А вот у этой пока что не видать. Сидит, наверное, парит. Ну, под ними. Посмотрим. Если она будет не против. Ну, вот слышно. Кто-то пикает. Слышно, кто-то пикает. Ах, да. Вот они цыпят. Ну-ка покажи. Вот один. О-о-о. Здравствуй. Возьми на ручки, покажи. Боится. Лопнуть. Ну-ка, так. Глянь, еще есть там кто? Так. Ну-ка, компания. Опа, вон там еще кто-то барахтается. Вон он еще один. Ну да. Ух ты! Вон птенчик. А один еще только вылупился. Ну все, ладно, закрывай. Она, видать, позже той маленько выводит. К ней поближе его подсади, чтобы он не мерз и не убежал. Вот такая у нас умничка. Каждый год старается вывести. Вот молодец. Золотая. Кучка. Ой, ой, ой. Ну вот. Буду трясти лимбок. Потом все. Растут, тогда сеточку на улице посадим. На улице тепло, травка зелененькая есть. Будут жить на улице. Вот наш старший помощник. Попробуем посмотреть, сколько же цыплят. Курочку, и давай поднимемся, посмотрим. Ух ты. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Все. Вот так, 9. Последнее яичко осталось. Ну, бывает, что неплодотворенное, но 9 из 10 это супер. Это, слава богу, такого я даже, ну, первый раз, собственно, у меня. Все может быть, может и придавить. Зависит от курицы. Если курица аккуратная, то не придавит. Вот мы им мостик сделали. Ну как, чтобы гнезда могли выйти. Курица беспокоится, какая хорошая квочка, какая мамка, да? Молодец, мамка наша. Ой, цыпленок. Ой-ой-ой-ой, падаю, падаю. Ой. Ну помоги. Ну-ка покажи нам цыпу. Да не кушать хотят. Надо их вот так. Вот все завыпадывали сразу, да? Так люблю на цыплят смотреть, когда они малютки. Ну, такие пушистики. Сегодня только курочка выпарила. Еще малюточки совсем. Совсем малютки. Вот так малки. Вот молодец. Ой. Умничка.